певицы Жанны Фриске не стало более полутора лет назад. В июне 2015 года она скончалась после 2 лет борьбы с раком. Сестра артистки до сих пор не может смириться с этой утратой. Недавно в своем инстаграме она опубликовала снимок, который был сделан задолго до трагедии, еще в 2009 году. Жанна Фриске вышла на балкон, где и была сделана фотография на фоне города. На ней певица кажется абсолютно счастливой, однако стоит в полоборота, словно собираясь уйти. А если посмотреть чуть левее от Жанны, то на снимке можно увидеть символы смерти. Крепление балкона, на котором позирует певица, образует крест, а здание на заднем плане напоминает черную могильную плиту. На это обратила внимание и сама Наталья, и ее мама. Фриске-младшая написала об этих наблюдениях в своем микроблоге. «Завтра будет год и 8 месяцев, как твое сердечко перестало биться. Все еще не понимаю того, что тебя нет. Фото 2009 года, твой день рождения. Распечатала маме эту фотографию, чтобы она поставила ее в рамку. А мама заметила, что на заднем плане крест и могильная плита. Почти так же, как на кладбище сейчас», — написала сестра покойной певицы. Подписчики сразу отметили, что снимок действительно мистический. Действительно, взглянув сразу на фото, даже не всматриваясь в эти знаки, словно могила, а Жанна памятник. «Боже, ангел наш, а действительно крест и плита как будто аж мурашки по коже», — написали подписчики Натальи. Уважаемые подписчики, а что думаете вы по этому поводу? И видите ли вы мистический знак в этой фотографии? Обязательно пишите ваши комментарии под видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!